Господи, простите меня. Твою мать, блядь! Посидеть с пацанами, пришлось пообещать, что это все. Да ёб твою мать! Бля, пропусти вот эту москвичонку, бля. Сейчас, блядь, пизданёт, точно, бля. Чё? Сказала, нам было там ехать. Творится. Блять, тормозите. Все. Ну его нахуй. Ой, извините, заматываю. Гляньте, гляньте. Опа! А типа завтрак, что как я говорю? А он такой, давайте гну. Ебать! Блин! И поехал! Куда? О, смотри, смотри! Бум! Пизде. Вот я снял.
моя женщина. Чё, вот Света, поэтому мне что-то уже не хочу дальше. Чё, Света, держитесь. Блять. Все. Все нормально? Не, нормально. Шишкина будет квартиру покупать. Ух ты! Ай! Блин, козлина, нормально все с ним-то? Придурь вообще. О, блядь! О, блядь, есть нахуй. Пролетал раньше? О, блядь! О, ты все, блядь! Блядь! Зашло, блядь! Нельзя руками, иначе росточки можно повредить. Вот. Эх, товари, какая видела? Заебись. Да? Так же. В Пятерочке с 15 по 25 января праздновать продолжаем и возвращаем. Приходите за скидками. Хватит. Придурки, а?
это называется так автомобиль. Ебать! Эх, нихуя себе. Блять, тупоголовый. Тоже предлагаем работу. А? Мы вам тоже предлагаем работу, Юрий. Хотя бы пока в качестве консультанта. Я знаю, что Казань от... Ага. Твою маму, блять. Твою маму, блять. Урод ебаный, а! Про это Николай Первый, что сидел? Блин! Данил, все нормально? Я-то не... Урод! Поворачивай сейчас!
уходила в полдевятого? Ну, колесо шатырвало. Бля! Бля! Что за хуй, бля? Перезвоним. Держи. Нихуя нахуй. Он что, вырубился, что ли? Тетя Жень! А, привет! Серафима, привет, дорогой! Пиздец! Вот путевка, а? Летите на 2 недели. Куда ж ты, сука?
это в Антонке, для беззаботного отдыха. Там будет трупаки, ебать, так жарко. А то я прям сорвала, а там еще в аэропорте, вот же некогда.